Юрий Сенчуков, я инструктор Минхэцюань. И я продолжу вам рассказывать о боевой тактике нашего стиля. Сегодня у нас интересная тема. Что делать с противником, работающим с дальней дистанции, с противником маневренным, умеющим хорошо бить и перемещаться. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, а мы продолжим. В работе с хорошим, опытным, более-менее кикбоксером, который хорошо расстреливает вас с дальней дистанции, мы имеем определенные проблемы. Потому что, ну, гоняться мне, вот, например, за ним, за более молодым, с длинными руками, практически бесполезно. Его рука длиннее моей. Он меня достает. Я его не могу. Как мне к нему подобраться? Как мне к нему подойти? Я когда начинаю на него пытаться наброситься, он атакует, встречает меня с разных сторон. То есть я пытаюсь, начинаю отбивать, там что-то такое делать. Но дело в том, что блоки вот такого плана не приспособлены для подобных серий. И поэтому вы будете их постоянно пропускать. Начнется метание, начнется вот эти вот погоня за руками. И в этом случае вы начнете идти навстречу удару, начнете теряться. В Минхэцюань есть способы, которые позволяют подойти к такому противнику или же уравнять шансы, сделать его менее подвижным, сделать его удары менее сильными, успокоить, так сказать, ситуацию и потом в итоге перевести ее на свои рельсы и заставить его работать по своим правилам. Для этого применяется так называемая жесткая встреча Минхэ. Это продолжение той же темы нашего блокирования, развития ее, но при этом со своими нюансами. Какая у меня задача прежде всего? Ни в коем случае не гоняться за руками и держать строй. Как у римского воина в старину. Мы держим строй и отвечаем только очень короткими движениями. Встречаем, да, ты хочешь дальнюю дистанцию, окей, я стану еще дальше. Давай подходи, давай, и получай. Вот так вот, еще раз. Работаем, 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 на! Еще раз. Ага, хорошо, раз, 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 раз. Что я делаю? Я делаю подлую и очень болезненную вещь. Я ломаю ему палец. То есть, да, вот мы начинаем встречать, я ухожу чуть-чуть подальше, чтобы ему еще затянуть, чтобы он до меня не мог конкретно достать. У меня руки короче, чем у него. Ну, хорошо, тогда я сделаю тебя тоже с короткими руками, чтобы ты не доставал. И вот он работает отсюда, отсюда. И тут я подлавливаю его руку. Я работаю ему четко в палец. Вот этой частью руки. Во-первых, ладошка мне дает возможность сразу после выполнения блока перейти на захват. Во-вторых, торчащие пальцы дают возможность пугнуть его, не дать ему прийти вперед. То есть они идут в район глаз, а все движения в район глаз заставляют человека инстинктивно отшатнуть. Я держу строй, держу строй, держу строй. То есть вот это вот положение для меня основная задача, основное спасение. Я его пытаюсь сохранить. Это все техники первой группы. Это все относится к группе Бабулиен. Самый первый уровень обучения. И самое главное мне сейчас удержать вот этот строй, удержать это положение. Не случайно во время наработки санчин или бабульен применяется такое упражнение, когда человек, выполняя стойку, пытается, значит, вот устоять, вот, а противник его все время бьет, толкает, и старается его все время выбить из равновесия, старается, чтобы он заставить его потерять структуру, потерять строй. Боевой порядок тела – это самое важное здесь. Не случайно у боксеров существует такой термин «раздергать противника». Вот если я начну гоняться за его руками, вот тут он меня и раздергал. Значит, он сыграл свою игру и не дал мне сыграть свою. Поэтому я стою на месте и четко работаю только так. Только так, очень-очень короткими движениями. Очень короткими. Нога пойдет, идет удар с помощью колена. Идет удар с помощью этого, пах идет удар. Но ни в коем случае не идет никаких длинных техник. Первое движение, вот я руками его вот так вот встретил, что-то там у меня это. Ну, теперь я вот четко вот, ага, эта рука пошла, значит, это все будет. Вот я здесь постараюсь это сделать. Пам! Я ударил, рука проходит. И вот она вот у меня вот стоит с пальцами здесь. Здесь я могу прихватить рубаху, желательно вместе с телом. Прихватить и потащить к себе. Вот он, я его вытащил. Все. И теперь уже отсюда я буду наступать на ноги, пробивать ему бока. И делать то, что я привык делать в своем стиле Минхэ. Работаем, сломали руку. Сломали, прихватили. Прихватили, пошли, все. Вот здесь вот я стою, я держу его руку. Обратите внимание на этой руке, покажем, как все происходит. Раз, вот я прихватил, вот я держу. Раз,
опять же, видите, положение руки характерное. Мы замкнули его в замок. Вот мы отсюда уже голову я прикрыл. Отсюда он мне пробить ничего не может. А я начинаю действовать своими привычными техниками. Пробивать, удерживая его, при этом фиксируя его. И большинство вот этих фокусов, которые делают классные боксеры, они все рассчитаны только на то, что противник не может их держать. В бою одна из первых задач всегда лишить человека подвижности. Замедляем его, сбиваем его палец. Что происходит при таких вещах? Вот человек пам, инстинктивное движение, которое приходит при жесткой встрече, человек начинает отводить руку назад. То есть его руки уходят назад, и вы благодаря этому проходите очень близко вперед. Вы ударили, вышли сюда, и вот он уже здесь, вот. Вы вышли на оперативный простор. Здесь следует понимать, что ваш строй защищает вас гораздо лучше, чем любая активность, которая строй разрушает. Чем больше противник встречает таких вот вещей, которые портят его руки, тем больше он боится вас, тем больше он начинает притормаживать, и тем больше он передает инициативу в ваши руки. Конечно, он может применять финты или что-то там еще другое. Самая основная задача — это ни в коем случае не терять строй и работать только короткими движениями, которые не выходят за пределы вот вашего силуэта. Вот здесь. Одна из больших проблем, которая вот в этой ситуации происходит, это когда человек зажимается и перестает двигаться. Натиск – это ваше спасение. Вы постоянно должны к нему двигаться, поскольку в этом случае он вынужден перенастраивать свою стойку, он вынужден отходить, он вынужден прицеливаться заново. Однако перейти вот в эту фазу, то есть проход вперед и движение к нему, вы сможете только после того, как погасите его руки, когда его руки начнут вас бояться. Мы держим строй и выполняем простейшее движение, аналогично вот как молотком по стене вы стучите, вот она вот идет, и все, больше ничего не нужно. Раз, пальца нет. Раз, два, прихватили руку. Три, пошли, все, своя игра. Мы уже работаем отсюда. Работая по пальцам, то есть убивая его руки, мы создаем в нем психологический дисбаланс. Он за каждый удар, за привычное движение, которым он привык попадать в тело и получать какой-то свой результат, он вместо этого получает очень сильную боль и получает совершенно не то, чем он хотел. У него внутри нарастает неуверенность, он начинает думать, искать что-то другое. То есть теперь получается, что вы, не дергаясь, раздергали его, он начинает метаться вокруг вас. Он начинает пытаться искать, что сделать. Вы стоите как скала и спокойно работаете короткие движения в его сторону. И ждете свой момент на рывок вперед. Опытный противник все равно будет пытаться пристроиться к вам. Найти какой-то способ одержать победу. И поэтому мы должны знать несколько вариантов обхода. Мы должны знать другие варианты атак и ударов. Например, удары рубящего плана, боковые удары, прямые удары. Поэтому для читателей наших статей и зрителей наших видео я приготовил курс, очень хороший компактный курс, рассчитан именно как раз на новичка, которому придется работать против более опытного человека. То есть в этом курсе, курс называется «Как наказать противника за каждый удар». В этом курсе вы увидите все варианты атак, которые он может попытаться выполнить, и наиболее надежные варианты ответа на эти атаки. Вы научитесь уверенно гасить ему руки, ослаблять каждый удар. Вы научитесь навязывать ему свою тактику боя и проходить вперед. Вы научитесь уверенно встречать его руку без промаха. После того, как вы этот курс освоите, вы будете в состоянии работать с противником на уровне гораздо больше вас. И даже если у него руки длиннее, чем у вас, и даже если он ногами работает, потому что против ног у нас там техники тоже есть, то есть вы будете себя чувствовать не то, что как рыба в воде, а как ракушка в море. Потому что у ракушки хорошая защита, она лежит, ее никто тронуть не может. Учтите также, что противники ваши тоже могут посмотреть этот курс. Так что не упускайте возможность
И переходите по ссылке внизу под нашим видео в статье и получаете курс по ссылке. Если вы нас смотрите на YouTube, то переходите по ссылке в описании ролика внизу. Переходите, изучайте эти техники, будьте уверены в себе и побеждайте. С нами будет кунг-фу. Пока!